В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра. Ракетными войсками и артиллерии поражены 62 пункта управления, в том числе операционного командования «Юг» в районе населенного пункта «Новый Буг» Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Невельская, Донецкая Народная Республика. Петрополье, Петровская, Глинская, Харьковская область.